Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня я хочу познакомить вас с сортом острого перца, который называется тонкий золотой кайенский перец. Или как это звучит на английском, но английского языка я не изучала, произношения у меня никакого. Называется Long Golden Cayenne Pepper. Этот сорт перца называется тонкий золотой кайенский перец. У него такие интересные длинные плоды. Сантиметров, наверное, 10-12 в длину. Созревают они от зеленого до такого золотисто ярко-желтого. Высота куста примерно сантиметров 50-70. Сроки созревания этого перца от 100 до 110 дней. По шкале Сковилла острота этого перца достигает 30-50 тысяч единиц. Листва у этого перца обычная, зеленая, цветы белые, поникшие. Вот так вот выглядит перец в разрезе. Толщина стенок где-то миллиметр. Но он очень острый. Это для любителей острого. Этот сорт перца лучше посынковать. Вот я уже посынковала его. И опять растут новые пасынки. Где-то там внизу завязываются мелкие плоды. У него очень мощный ствол, мощная корневая система, поэтому пасынка он дает очень много. И выращивать его, конечно, лучше в огородных условиях, чем в комнатных, потому что куст высотой не маленький. На этом я обзор заканчиваю. Заходите на мой канал, будем знакомиться с другими сортами перца.